Привет, друзья! Меня зовут Катерина Чистота, я профессиональный инструктор по йоге и по стретчингу. Я приветствую вас сегодня здесь, на этом курсе. И если вы оказались здесь, значит, вы точно готовы действовать и работать в направлении своих целей. Этот курс по функциональной растяжке, он рассчитан на ежедневное применение в течение месяца. В течение месяца мы будем работать с 12 занятиями. Каждое занятие проходится по 2 раза, и, соответственно, мы работаем 6 дней в неделю, один будет выходной. Такой большой бонус, так как мы не привязаны никаким прямым эфиром, и вы имеете доступ к этим занятиям, вы выбираете для себя подходящий график. Утром, вечером, днем, когда вам удобно проходить занятия, берете, включаете, делаете. И для себя выходной вы тоже выбираете сами, обстоятельства жизненные вам сами подскажут, когда его нужно сделать. И даже ваше тело. То есть не обязательно привязывать его там к субботе или к воскресенью. Может быть, как раз-таки наоборот, ваше тело вам скажет то, что я хочу отдохнуть в среду. Слушайте себя. Это тоже важный фактор. Рекомендую вот этот вот минимум, вот эту вот плотность, ее исполнять. То есть 20-минутный урок мы делаем 6 дней в неделю, хотя бы один раз. Если же вы хотите просто топ, то можно работать 7 дней в неделю и уроки выполнять по 2 раза в день. Это всего лишь 20 минут. Это не будет утомительно ни для вашего тела физически, ни на истощение, и не будет морального истощения. Это относительно новых методик, такая схема работы, исключающее выгорание. Вот. А в этом есть большое преимущество сего курса. На нем вы получите просто заряд такой бодрости, наконец-таки включитесь в работу и возьмете за привычку постоянно тянуться. Если даже вы занимаетесь каким-то видом спорта, или же там танцами, чем-то еще, может быть, йогой, в другое место ходите в растяжку, этот курс будет большим бонусом для вас. Просто вы подключаете новую, вот эту вот симметричную, достаточно глубокую работу. Это прям вот моя фишечка, то, что каждое положение, оно простое, оно доступно всем. Но я его включаю в работу так, заставлю вас это сделать и научу это делать правильно, то, что вы либо сможете его правильно выполнить для себя, если у вас еще нет навыка, а если вы продвинутый, вы просто откроете для себя новую глубину этого тела. И тут же хочу сказать то, что в течение курса мы обязательно пользуемся пропсами для занятий. По этому вопросу будет отдельное видео, не игнорируйте. Будь вы продвинутый, с классной растяжкой, или же вы там совсем новичок, мы всегда пользуемся пропсами. Для новичка это поможет выполнить каждое положение грамотно, ровно и симметрично. То есть выстроить его относительно сегодняшних возможностей своего тела. И так, как это будет работать эффективно для него. То есть вот если вы сидите вот так вот кривенько и пытаетесь куда-то там дотянуться, вы можете заниматься такой растяжкой годами. Я наблюдала за людьми в зале, они ходят годами, у них нет никакого прогресса, потому что они не включают положение, не отравнивают себя и в действительности не вытягивают вообще. Если же мы этому научимся, этот курс нам дан для этого, вы почувствуете быстрый прогресс в своей практике, в своем деле и просто планомерно пойдете к достижению своих целей. Более того, мы за этот месяц отработаем как навык вот эти вот полученные знания. Именно поэтому мы каждое занятие выполняем 2 раза. Сегодня, а завтра закрепляем полученные знания, так чтобы вот они у нас отложились в коробочке. Дальше, выходя в жизнь, вы можете брать какие-то упражнения из тех, которые вы уже выучили, самостоятельно делать свои занятия или же дополнять какие-то свои тренировки другие. Вы будете вспоминать, как это правильно, куда надо плечо поставить, как нужно таз, куда живот подтянуть. И это еще больше и больше в дальнейшем будет раскрывать возможности вашего тела.
Что хотела бы я сказать еще по вопросам этого курса? Я рекомендую для того, чтобы вам было проще осознавать результативность, обязательно пройти тест для гибкости до начала курса и сделать фотографии до. Нашему мозгу всегда кайфово, когда он может увидеть или почувствовать фактически какой-то результат. Соответственно, сейчас мы просто фиксируем исходный вариант, мы видим его, мы осознаем, мы видим, какой бок у нас как тянется, мы чувствуем где-то какую-то асимметрию, физикально видим ее на фотографиях, и дальше после прохождения курса мы просто повторяем те же самые тестики и фотографии. И видим наглядно, что с нами произошло за это время и как для нас сработал этот курс. Еще хотела бы сказать как раз-таки относительно этого вопроса такой нюанс относительно биомеханики и биохимии работы вообще нашего тела, то, что чаще всего результат раскрывается еще неделю-две после прохождения самого курса, когда вы от него немножечко отошли, отдохнули, переключились, и потом у вас вот это вот компенсаторное включение получается и раскрытие всех новых возможностей вашего тела. Обязательно понаблюдайте еще через неделю, через две после прохождения, а что теперь может мое тело, а как оно вообще теперь способно. Вот, собственно, все, что я хотела сказать о введении к всему курсу, и мне осталось только пожелать вам прекрасного настроения и самого-самого классного заряда на прохождение курса. Увидимся с вами на первом занятии. Пока-пока!